Сегодня состоялась церемония передачи аэрозольных генераторов Министерству сельского хозяйства. 312 штук генераторов были куплены за 65 тысяч долларов организацией USAID. Эта техника поможет фермерам получить качественный и богатый урожай. Департамент карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации разработала специальную систему. Проект предлагает каждому селу услуги агронома. Если раньше борьба с вредителями выполнялась со стороны правительства, то с приобретением независимости в стране земли остались без присмотра и фермеры терпят неудачи. В особенности после присоединения к таможенному союзу продукция, производимая в стране, стала не соответствовать международным стандартам. И возникли сложности. И теперь требованием времени является улучшение качества и стандартов продукции. С применением этих оборудований, с применением препаратов по борьбе с вредителями, болезнями растений, экономический эффект и в качестве производимой продукции обязательно будет. Мы это увидим в ближайшие годы. Мы в первую очередь из-за болезней, из-за вредителей теряем урожай. В рамках проекта были обучены более 400 агрономов. Они помогают фермерам в изучении земель, в борьбе с вредителями и в использовании удобрений. И это оборудование является одним из необходимых в деле агрономов. Если ранее в южные регионы страны были переданы 100 аэрозольных генераторов, то на сегодняшний день 312 генераторов будут розданы оставшимся агрономам страны. Раньше это все принадлежало государству. А теперь земля, когда принадлежит частным лицам, нужно поддержать частный сектор. Вот с этой инициативой мы обратились к спонсорам, в проекты, к донорам. В результате этого мы первым этапом 100 генераторов раздали в области южного региона, Ош-Джалабат-Баткен. Сейчас мы получили 312, и теперь Иссык-Куль, Нарын, Талас, Чуй. И недостающее будет направлено в южный регион для частных агрономов. Для организации борьбы с вредителями, болезнями. Из Германии и Южной Кореи были приобретены 3 вида самых необходимых генераторов. Из них 298 аэрозольных генераторов, 7 генераторов холодного тумана и 7 генераторов горячего тумана. Генераторы холодного тумана работают на электричестве и направлены на очищение логистических центров и транспорта, перевозимые овощи и фрукты. А генераторы горячего тумана подходят для любой обработки. Согласно исследованиям, из-за вредителей ежегодно сельское хозяйство по всему миру терпит убыток в 200 миллиардов долларов. И поэтому работы по борьбе с вредителями могут внести существенные плюсы в экономику страны. Алтынай Джумалиева, Шашимбай Акынбеков, Санжар Жолдошбекулу, СТВ.